ходе видеосовещания с руководителями парков Одинцовского округа глава муниципалитета дал поручение разработать программу регулярных мероприятий для студентов. Нужно сделать их еженедельными, предусмотреть соответствующие скидки на прокат инвентаря, бесплатный лед, отметил Андрей Иванов. Этой зимой с большим успехом прошли ледовые шоу от звезд фигурного катания, а 25 января в парке Малевича состоялась студенческая ледовая дискотека. Следующий праздник на льду пройдет здесь уже 14 февраля.